Здравствуйте, уважаемые. Хочу рассказать об одном способе, который позволяет крепить детали на произвольном расстоянии от друг от друга. О способе перевертывания вы все знаете, наверное. Когда переворачиваешь деталь, отодвигаешь ее и переворачиваешь обратно. Она оказывается на определенном, на каком-то расстоянии от деталь, которая прикреплена. Но этот способ, он не всегда годится. В одном из моих крафтов мне нужно было деталь отодвинуть метров на 20. И этот способ, он не помог. Но есть другой способ, о котором я хочу рассказать. Для этого нужно создать крафт так, чтобы вот эти детали больше не двигать, ну, отодвигаемые детали. То есть вот вы создали крафт, вы поставили вот их вот так, все, больше они двигаться по оси вверх и по оси X и Y, по оси Y и Z, короче, по желтой, по зеленой и синей, а синие должны только по красной. Ну, короче говоря, они должны отодвинуться от крафта этот налево, этот направо, назад, вперед. Понятно, да? Вот, значит, для этого нужно создать, значит, крафт, сохранить его вот так вот, так, и открыть. Вот, открыв крафт, нужно найти детали, которые вы хотите отодвинуть. В данном случае это вот эта деталь. Маленький радиальный двигатель. И вот у них координаты. Position X, Position Y, Position Z. Этот способ, он наиболее универсален, но наименее удобен. Неудобен, а показателен. То есть придется подбирать расстояние на глаз методом тыка. Я ставлю position X. Ну, допустим, 12. Здесь заметьте минус. Здесь у X тоже минус, значит, это не тот. Значит, здесь надо 12, 2,67. В общем, так, где он? Эти двигаем по иксу, допустим. Минус 12. Минус 12. Так, а эти, наверное, по Z. Минус. Что сейчас сделал? Минус 12. И почему они все в минусе? Они должны быть плюс-минус вообще-то. Хорошо. Допустим, сохраню. И после этого надо перезапустить игру.
Ну или перезагрузить через короче, я не помню, как это делать, пофиг. Перезагрузил его. Перезагрузив игру, открываем наш крафт. И смотрим, что получилось. Вот. Получилось, но всякая срань. Вот, видите, сдвинулись как. Но сдвинулись. После этого их трогать нельзя, потому что если тронешь, то они встанут на место все. Вот этот и вот этот отодвинулись. А, нет, неправильно. Вот это значит в плюс нужно было. Вот это, короче, вот эти два неправильно отодвинулись. Вот, видите, я тронул, и все нарушилось. Ну, в общем, смысл понятен. Я думаю. Наверное, по новой просто сделать все. Так. Сохранить. Открыть. -2, -2, -12, +12. Хотя, возможно, тут и не эти оси. Тут с осями вообще запутаться, как два пальца. Минус, скажем, 12. И Во, вот теперь угадал. То есть, нет, не угадал, да, теперь перепутаны местами. То есть, Не, да, они вообще все перепутаны. Но сдвинулись. Так, подожди, или я вообще не... Вот этот только на месте стоит. Ну, тем не менее, да? Тем не менее, они сдвинулись. У меня с ориентацией в осях в этой игре вообще большие-большие проблемы. Наверное, не только у меня, ну ладно. Не суть важно. Вот, и теперь просто... пойти и запустить эту дрянь куда-нибудь подальше. Ну, видишь, как они встали. Гениально. Вау. Ну да, бывает и так. Чтобы они так не вертухались, их надо соединять с стразами. Чуть не сказал. Как его называют, стяжками, струтами. Но струты, они тоже собаки короткие. Вот я еще, кстати, не знаю, как струты удлинять, но, в принципе, мне особо и не пригождалось это. Сейчас попробуем. Ну, не дотянется. Ну да. А, не, дотягивается, смотри. Или нет. Блин, эти струты, конечно, тоже такое говно, честно говоря. Все, теперь я не могу. Ай, нет, блин, зараза. Вот, один соединился. Уже хорошо. Короче, пофиг. Начнешь снимать гайд и вот такие вот геморрои постоянно. Я думаю, почему гайды не снимают? Да вот почему.
их еще между собой надо соединять. Ну, в общем, может быть, я зря, конечно, к этому прикрепил. Может, и не зря, пофиг. Надеюсь. Все остальное я понятно рассказал. Да, творится нечто страшное. Нечто ужасное вообще. Я уже все остановил, оно все равно гуляет. Ой, на это вечно можно смотреть. Ладно, все. Пока-пока.